Короче, купим мне на башню, идем пить. Сколько у тебя там осталось? Осталось 8 тысяч. Нормально, еще дня два. Идем пить. В принципе, главное... Федя опасен. Чем он опасен-то? У него урон средний. Бронепробиваемость, правда, у него офигительная. Но на Леве, если его все пробивают, так что это как бы... Ну а ты в лоб, Федю, пробей, да и все. Пробью. Пробьешь? Да, и ты пробьешь. В фару? И в фару, и в лоб. Вообще в любой лоб? Нет, ну которая вокруг пушки, ты в нее не пробьешь. Надо 200 плюс. Нижний броник? Нижний броник. И это фары для тебя. Вот когда топовая пушка будет, будешь прям в лоб убить. Понятно. Главное, маска не попадать. Значит, тогда сегодня еще качаем 40 тысяч опыта на топовую пушку. У тебя же свободного там. Ну, это жалко. Это да. Свободный опыт, он так оп, и что-нибудь сразу покачал. Да, и полгода копил, и оп. Да. А танк-то херня. А ты потратил весь опыт свободно на какой-нибудь новый танк, а танк-то херня. Да и хрен с ним. Заново накоплю. Так, а куда вообще поехал? У нас плана не было. Я просто коплю на какой-нибудь форс-мажорный случай. Вдруг не успеваю прокачаться до ИСа 4. Оп! Был опыт, нет опыта, черт. Так запорол Т-40. А, помогай! Т-49. Не уезжай. Не уезжай, детка, я все прощу. Твою мать. Твою я мать. Я уже почти нацелился. Я еду к тебе. Вон там стоит 40 АРЛ. Я еду к тебе. АРЛ? Халявная цель. Ну, и из третьей выкатился. Мы из третьей будем разбирать. Разбирайте, я его свечу. А хотя сейчас посмотрим, кто кого. Там АРЛ. АРЛ? Я захожу сбоку. Эх, как я врезался в здание. Вон, а это я ПЗ. Так, минус враг. По ИСу третьему, если можно. Урод, блин, вот это урод. Вот это урод. Это просто слов нету. Что там случилось? Я поджег врага, у него остается буквально 2 хп. Да, я еще тоже секунда. И я просто вижу, что чувак хочет выстрелить, блин. И заслоняю с собой, чтобы он не выстрелил в мою цель. Которая сейчас через секунду сгорит до конца. Кто-то я называю урод. Фрагер, блин. Там, короче, по зеленке толпа идет. ИСа третьего выпиливаете, а я буду зеленкой заниматься. Тут не так просто выпилить, как сказать. Ну, я понимаю, но... Блин! Че, он тебя сейчас замочит? Нет. Замочить не замочит, но повредил мне бак с котенком. Ты ему об этом сказал? Точнее, не бак, а двигатель. Я его не достаю, на тебя идет 3485. У нас зеленка закончилась. Зеленка закончилась? Нечем бинтовать раны, перевязывать. Да. И это печально. У меня движок закончился, вот это печально. Ну, выкатывайся до зеленки и там отстреливай. Сейчас они до арты доедут. Срал фраг. О, смотри, кто Федю замочил. Так, Т-34-85 по зеленке, да? Тройка ты осталась. Ты сдох, что ли? Нет, я вот на зеленке. Ну, не на зеленке, не самой. Просто. Ах, как я не попал! Т-34-85. А вы заколупали! Имбовая опять машина без дамага. Я по Т-20 попадаю ему, короче, в башню, пробиваю, ну, в боку башни. Эх, зараза, не попал. Т-34-85 меня, по-моему, куда угодно пробивает. Это так кажется, по-настоящему нет. Он остановился. Давай добивай его, заколебал. Да я уж третий раз по нему без урона попадаю. Да вообще что ли? Да. И вообще что ли?
Что у нас там, база страдает, да? Возвращаемся, значит. Да не сильно она так, чтоб страдает. Ну, ее, по-моему, не кроют. Но там никого и нету. А всех уничтожили, да? Ну нет, там на зеленке 43-ка осталась, но она несерьезная. Ну ладно, тогда я еду вперед. Вон там из третьего лучше лови. Ну... Чем мне тут ловить? Своими 273 хп-ми? Бло! Нечем ловить. Ты там 3485, а то где? Че, мне пойти помочь? Да, давай, мочи. Меня сейчас арта накроют. Да у них там скорее всего. Слушай, мне тут 273 хп осталось. Снять. Я еще побитый нафиг во все дыры. Ну, посмотри, поимели, может ты... меня поимели. 43-ку попадешь. 43-ю я попадаю, я ей настреливаю. Все, сейчас я подойду, помогу. Ну как сейчас? Ну не прям сейчас, но я над этим работаю. А, тут в капкане так, стоит, короче. Так, третьего я, наверное, сниму. Откуда ты знаешь? Сейчас тебе Федя так бах. Да Федя тоже по улице едет. Вот это мне не нравится, что он по улице едет. Либо стоит. Я надеюсь, что он где-то стоит. Мертвецкий пьяный. В башню попал. А я вообще не пойми, куда я попал. Федя, я вообще в труп попал. Твою налево. Чё там? Да ничего, пипец полный. Кто-то мне шмаляет. Арта. Да. Много? 188 оставила. Меня сам понимаешь, какое положение, так что. Я тут Федюшку отстрелялся. Давай в этого жирного стреляй. Кого жирного? Он мне за спину заходит. Я целюсь в Феде. Заходи ему за спину. Меня гусеницу сбили, Федя. Федя мой. Сучка. Зараза. Не пробил. Федю? Да. Сейчас, ты постой там где-нибудь, так, чтобы он тебя не стрелял. Потому что мне торта накидывает, так что. Ну, я тебе как-нибудь вообще говорю. Мне деваться абсолютно некуда. Справа и с третьей. Ну, спереди я захожу Федя, из третьего. Да, спереди. Вот и все. Теперь я всех свечу, арту не знаю, где она. Если бы ты знал, где арта, ты был бы богом. Так, я стрелялся из третьей, что-то хочет сделать. Капчан, выходи. Понял. Я ж тебе говорил. Мы вдвоем остались, кстати, между делом. Я понимаю, я не знаю, откуда арта шмаляет. Вот она сейчас по мне отстрелялась. Давай вперед, я здесь буду караулить. Слева. Стреляет. Думаешь, она слева? Да. Ты в этом уверен? Я стоял у стены, она мне взад пальнула. Ты стоял у стены? Так она вообще где-то... Я с другой стороны стены стоял, так что... А. Вот с той стороны, со стороны базы она не могла мне никак накинуть. Короче, мы к ним не с какого квадрата? Ну, предположительно. Думаешь, оттуда? Ладно, едь на базу. В любом случае захват. А я поеду арту. Может быть, воина получу. Ну вот. Все равно особо терять уже нечего. Сейчас она мне хуй... И взрыв бы укладки. Вот я нашел. Почему иди убивай ее. Может, я ее зарежу? Я тебе говорю, иди ее убивай. Я просто к ней подъеду и буду ее светить, чтобы она не выезжала из-за угла. А она за углом? Да. Ах, я ж тебе сказал, она за углом. Ну, потом если что, стреляй, потому что... Слушай, ну, понятно, я по времени слежу. Если что, Капчан, я первый выезжаю, получаю дамаг, потом выезжаешь ты и стреляешь, понял? Понял? Да ладно, добивай. Да бери воина. Еще 6 минут. Ты куда спешишь? Лёшкин матрёшкин. Запоролся об эти шипы. Ты же на башне копишь. У тебя ремонт комплект есть, двигатель почини. Я починил. А, давай гони.
Сейчас догоню. Пшугани, может, она выйдет с этого бока. Там нету, с того бока не выйти, там закрыто тоже. Тут один ход единственный. Да? Да. То есть мне слева подъезжать смысла нет? Там, где я стою, ты оттуда и подъезжай. Больше нету ходов. Так бы сказал, с города просто навеситься и все. А, ну да, можно и оттуда, в принципе. Ну вот, а кто ж знал? Точно, Копчан! А, нет, хотя... Я, короче, выезжаю на нее в лоб, она мне делает... Давай, давай, тебе дамаг. Все, окей. Спасибочки. Я еще в труп пальнул. Ну, чисто на всякий случай. 1700 опыт! И... Тебе 1700 опыт? Да. А тебе сколько? 1383. У меня поддержка. Видал, да? Так, я готов. Мне опять тот человек напишет, что я нуб. Раз 1400, а? 103 032 серебра. Или что у нас тут? Платины, блин. Да, денег. Сейчас я посмотрю, что это. Монгольских кредитов. Монгольских тугриков? Ага. А по-другому никак. Да. Ненавижу, чем больше настреливаешь, тем меньше опыта и денег дают. Вот ты по кому настреливал? По всем. Я стрелял по... Я завалил 2-3 четверки 85-х. Иса. Обычного. Третьего. Ага. Еще Иса обычного, по-моему. Ну там. Срать, короче. Так я такое же количество получал, когда ничего не делал. Или за 2-3 фрага. Так, надо. Мы так и не продумали, что надо делать, но. Алле! Ну да, больше нечего. Т-95 все равно туда попрется. Будет светить. Т-28. 20. Да, правильно, Т-28. Да, 28. Какая разница все равно. Хрен кто пробьет. Не, Федя ее пробивает зло. Ну, Е-75 может пробить только. Остальные нет. Не, Е-75 тоже в лоб не пробивает. Ну, чисто... Ну, КВХи не пробьют. КВХи нет. Да и в лючок, скорее всего, не пробьют. Не помню. Пробивает, не пробивает. Не настолько часто сталкивался. В лючок, по-моему, даже КВ-5 не пробьет. Свет, свет, свет. Ой. А я что-то... Нет, ничего, что-то нет. Вылез. Мог бы подстрелить. Нам главное ГВшную пантеру держать. Ну, в том плане, чтобы она жила как можно дольше. Ну так слушай, она сдохнет только в том случае, если сдохнем мы. Сначала не придется пробиваться через нас. И пок. Свет, да. Я его не вижу. Куда он, сволочь, спрятался? Меня тоже стреляет. Вали оттуда. Откуда я в кустах стою? Я не вижу, кто по мне стреляет. Тебе уже там зубы, что ли, снарядом выбило? Не, я это, понт курю. Да дерьмо! Я даже не могу нормально прицелиться. Мне пушку кританули, мне все кританули. Ну вот. Сдох, что ли? Ага. Теперь да. Они уже, наверное, на середине, половина этих всяких, типа, перш, всякие вот такие быстрые. А, КВ-5 тоже быстрый же. Я вижу один КВ-5. У них? Да. А, ну вот. А, который там? Куда снаряд улетел? Нет, меня стреляли, Копчан, вот где-то вот отсюда. Понятное дело, что там кто-то есть. Ну, нет, просто этот светит, а те все палят. Да дерьмо.
Я ненавижу эту пушку. Так, свет. По-моему, это Rush, а не свет. Я имею в виду, что там 3485. Как всегда, немножко совершенно урона не хватает. Это да. Да ёкарный мамон! Офигеть. Видал как? А, ну Т-28 разобрали, она боком стояла. А где наш ИС-4? Куда он уперся? Да хрен с два с ним. Главное, что здесь. Здесь все. Блин. Прятаться негде, да. 13.90 для 75 во-вторых. Хорошо сработали. Ну, противники, я имею в виду. Наверное, все три КВ-5, наверное. КВ-5? Ну, правильно, смотри, КВ-5 почти все. А, вообще все были на... Ну, как сказать... В деревню, что ли, поехали? Да, да, да. Они тупо урон там получили, и все. Тем более у нас есть 4 стоковые. А там есть 75 был топовый. Нахрена я четвертый через деревню попёрся? Кто его знает. Зато он рад, что он как бы стопроцентный. Он будет радоваться, когда будет базу захватывать. Причем моментально они ее будут захватывать. Выходим? А нет, не выходим, зачем? Да, танков-то все равно. Можно арт, правда. Да, не будем тратить на это время. Окей. Сейчас уже минута осталась тут буквально. Они решили атаку вам не захватывать. Да. Так, хочу... Кто там на Е-75 смотрит? Лора. Смотри, ИСа просто разобрали. Четвертого? Ага. Тринадцать разрядился, правда, но... Десять процентов они ему оставили. Да. Чё КВ-5 поехал на горку вообще туда? Кто узнает? Кого он там настрелить собрался? Понимаю, если Е-50 какой-нибудь, еще можно понять. Ну, Е-50, у него 60 км в час скорость. Ну, я про пушку. А, ну пушка-то у него вообще самая точная. Ну, так вот именно, у КВ-5 не такая уж. КВ-5 все настреливает в бок ИСУ. Но сделать ничего не может. Ну. Это же КВ-5. Ну, скорее, это ж ИС-4. Которому вообще на все срать. Не-не-не, он просто не знает, куда ему стрелять надо. Увидел? Добил же. Попал наконец. Добил, только интерес как. Так там вот у него, где колеса, там есть очень тонкая броня. Вот туда проходит от всех урон. Между траками... Да. Сколько у тебя опыта? 327. 200 с чем-то там. 229. Ну, я все-таки один фраг сделал ведь. Да. Ух ты. Ну что, нормально. Не, просто я так смотрю, что два этих ярких. Я смотрю, две пантеры. Три пантеры. А, у них... противника две пантеры вторых. Еще я тайпов боюсь. Типов? Угу, через центр. Какой центр? Тут одному надо держать мост. Вот с этой стороны. Ну, где С... Вверх, С2. Налево? Да. И, а второму дому кто-то держать. Вот горку, она где-то 4... H4. Ну, я, кстати, неплохо по центру рашу. Делал попытки, скажем так. На КТ против Як-Тигра? А он туда не попрёс. Ну ладно, едем налево. Куда? Налево, налево. Ну как ты сказал? Окей. Окей. Просто надо посмотреть, чтобы хоть там кто-нибудь держал. Потому что они... Тут как бы с той горки и с той горки можно по центру будет настреливать. Вот, но... Да у нас нечем настреливать. Ну, Як-Тигр тут.
ИСУ-152. Этого вполне хватит. ИСУ-152 поперся уже не в горку. Вот, видишь по центру прорыв световой? Тип. Я вижу, уже теперь не вижу. Главное спрятаться за горку. За горку. Его сейчас убьют. Я понимаю, что должны убить. По-хорошему должны. Так, КВ-13. Вот это под мой калибр. Я ее тоже достаю вроде бы. Я не достаю, а там пантерка. Ой, вот это достаю по-любому. О, пантера вторая. Давай. АРЛ добьет, скорее всего. Оу. По тебе кто-то отстрелялся? Да, кто-то так шмальнул. Типок! Хиленько так. Так, я в типа целюсь. Попал. Не знаю, нанес дамаг, не нанес. Что-то как-то. Блин, я вообще никого не вижу. Где они там, за домами, что ли? По центру там что-то. По центру движу, там как КВ-5 пытается убить типа. Хотя типа КВ-5 еще ни одного урона не нанес. Тип? Да. А, вот оно как все. Пока настреливаю. Там КВ-13. Кто берет этот танк? Непонятно. Не знаю, но он очень скоростной. Я понимаю, но нахер тебе от КВ скорость. Если ты пробить не можешь. Лучше уж КВ-3 живи, подольше живешь. Оп, я в Т-50 разрядился. Да. Блин, КВ сейчас сдохнет, если он будет на Т-50 обращать внимание. Т-59? Нет, просто Т-50. Все, арта там справилась. Наконец-то. Ну, у них вроде... Блин, а их в живых-то осталось еще куча. Стреляем, стреляем, сами сливаемся. У них только двое сдохли. Но у нас-то сдохли пятые левы, а у них пятые... Да их вообще у них пятых нету. Ну, я только подстрелил, вот. Погодите, я что-нибудь подстрелил? Я вообще ничего не подстрелил. Не, ну, я в типа попал в ты. Куда он лезет? Ой, у меня... у меня пинг 200. Оп, опустился, все шикарно. Я разлагал. Разлагал. Нифига себе, як тигру уже накидали. Чё, нашему? Да, у него уже 68% осталось, 66%. Наверное, потому направление основной прорыв идет. В смысле, он у нас на базе вообще сидит? Не, ну я имею в виду, что кто-то там постоянно светит. Далеко будешь отъезжать от горки, если тебя засветит, артап тебе пальнет. Я на месте не стою. Ну, я вообще говорю. Так. Оло. Оло. Он говорит, оло. Едет герой. Геройский герой едет. Героинский. А, как я не попал, я разучился по светлякам я стрелять. Тоже. Я не могу через кусты стрелять, когда его плохо видно. Ну так. Ну так. Обидно. Обыдно, там Т-28 вылезает. Где? Да вот там вот. Ой, пойду настреляю в Т-28. Оу! Стрелял в этот АРЛ, попал в меня. Ты смотри, Т-28 светит для всех. Я понял. Только арта что-то не особо прицеливается. По его засветке. Да. Там что-нибудь вообще есть? У нас что-нибудь вообще есть. У нас только Яхтаир. И сушка. Скажем так, и мы. Да. АРЛ и КВ-3 вообще не в счет. Причем, заметь, у нас команда одни там взводные, ну, то есть первый взвод это мы, там второй есть еще взвод, там и третий. Слились. Да, ну, в том плане, что взводные должны наоборот тащить. А тут ну же. Да. Да это, наверное, от балды. Взводы. Ну да, наверное, в общем, чате набирают. Угу. Без связи, без всего. Да уж. Я б туда съездил, но понимаешь, блин. Отсюда вылезать вообще не стоит. Да.
Ну так мы, в принципе, просвечиваем все направления. Нормально. Я на это надеюсь. Ну, тайгер-то цветит там светляков. И актив, у него меньше обзор, чем у меня и у тебя. Да срать на обзор. Если сами поет, уж будет видно. Наверное. Они бы уже, наверное, поехали бы в раш-то, а? Да нет. Не будут же они там стоять вечно. Будут. Будут. Ладно. Стоим. Я боюсь проехать. Стоим, ждем. Ну, 5-7 это не такой разгромный счет. Угу. Только мне не нравится, какие танки у нас и какие танки у них. Мне не нравится, что КВ-3 там где-то таскается, и что он нифига не видит, но его все видят. В атаку! Этот сейчас идиот еще и поедет. Не, он боится. Надо написать так точно. Так точно это что? А, вот я нашел F1, так точно это что? А где это? Не надо так точно, сейчас реально, блин. Поедут, все, слив будет. Стоим на месте. Куда поехал? Егерь, блин. Давай-ка его подпали. На левое направление. Да, я хочу посмотреть, кто в него сейчас будет. Сейчас по нему стрелять, да, будет. О! Поехали. Враж. И лаве. Лаве! Give me лаве. Give me. Полное сведение. Сигареты мо. Гимми. Смотри, с той стороны вообще никто не видит. Гимми сигареты мо. Только Копчан это вырежу обязательно. Ну это ж я, мне можно позориться. Сильно не вылазь, чтобы эти не видели. Да я за этим. Хотел сказать за ультралиском. Смотри, в него кто-то пальнул. Кто, в кого? В КВ? Да. Сомневался, что ли, что в него кто-то... Нет, а палить. Я что-то смотрю, он до середины доехал, в него никто не стрелял. Думаю, нормально, значит, там никого нету. Давай-ка ты то направление будешь палить, а мы это. Окей. Там самое опасное, что у них есть левый Яхтайгер. По-моему, Яхтайгер у них вообще целый. Ну, правильно, он на базе сидит. Да, плюс Пантера вторая. Плюс Т-28. Ну, у нас-то и сушка есть еще. У нас дебилы, как всегда. В какой команде не будешь, так везде дебилы. Выиграли, проиграли, все равно дебилы. 6-10 фрагов, дебилы. Не умеют вообще ничего. 15 фрагов, дебилы. 16 фрагов, читер. Дебилы, я не читер. Да, я чувствую, если бы немцы вместо тигра выпустили лаве, ну, то есть немцы во Вторую мировую выпустили вместо обычного тигра вот этот лаве, ну как, вместо необычного, а вместо КТ-тигра, ну как у тебя сейчас, то мы бы в сухую выиграли. Ну что, они королевский тигр, там, наверное, 20 экземпляров выпустили, если не меньше. Ну, все равно, я вообще говорю. А вот вам и Як-тигр. Ладно, мы сдаемся, идите на нашу базу. Не, Копчан, ты вот отсюда его пали. Наш Як-тигр будет его светить и стрелять по нему. Я разворачиваюсь. Да что ты говоришь? Ну хумель, блин. Знаешь, что будет? Ничья, блин. Почему? Достаточно сейчас всем, кто у них есть, приехать. Даже тот самый тип, который сейчас всем настреляет. Ну да, мы особо здесь не сделаем ни черта. Ну хотя у нас круговая оборона вообще шикарно занята. Правда, их арта давно бы уже вот туда переехала, где-нибудь, знаешь, куда-нибудь на... Вот сюда, да, где... Это что у нас? На Лубянку. На КВ... на К8 переехала бы, оттуда бы нам уже сюда накидала. Оп. Вот, шикарно, кто-то светит его. Он не собирается двигаться. Ну, а нам что?
А нам нужно в него стрелять. Насквозь гору. Поехал. Вот нас спалили. А кто спалил, я не в курсе. Я тоже что-то не в курсе совершенно. Может, они знают, что мы здесь просто. Запомни. Дерево спилили. Да я видел. Случайно. Ты нас угробил только что. Ты нас угробил. Видал? Или орел ты угробил. Так. Я тебе про то, что ягу слили. Да я вижу, блин. Нас бы как-нибудь в компот не слили. Ох ты точный какой, а. Он же два моих фрага отнял. Чисто стырил. Да нет, не твоих, ты был вообще на другом направлении. Ну и что, все равно они были. Все танки здесь мои фраги. Все игроки куплены, все люди мои рабы, да? Да. Не, я не рабовладелец. Не РЛО владелец? Да. Ватерлоу. У какого танка там, вот из этих тоже французиков, там такая башня, как реально. Это. БДР. Нет, не БДР, не БДР, а РЛ. А, вот этого А. По-моему, да. Либо БДР, либо РЛ. Не, АРЛ, наверное. АРЛ, да. Такая страхолюдина вообще, реально там. Напиши куча. Ему, что его танк страхолюдина. Не, так-то сейчас ничего, так вот вроде сейчас. А вот когда та башня, это вообще жуть. Не по моде. Да. Вот на такое я свободный опыт и собираю. Не страшиться. Не пугать народ. Два года копил свободный опыт, чтобы чисто на АРЛе пропустить одну башенку там, знаешь. Неужто она там 30 штук стоит? Что-то делать надо. Или они все сделают. Да не, точно будет ничья. Да я вот сюда как бы выйду, вот сюда и все. Посмотрю, может там где-нибудь тип крадется. Крадется так. Хоп-хоп-хоп. Гусли снял, чтобы они, короче, не гудели, знаешь, чисто на колесах. В передних колесиках держат гусенички, а задними так тихо так тюк-тюк на носочках. Ну. Еще от мы ровный сделали. Ой, кто-то едет. Если б я его еще видел. Ровный пацанчик. Кто едет? Тип, наверное? Да, тип, все, можно проезжать. А, пантера, у нее обзор, пипец. Или туда рвануть? Какая пантера? Ты где-то видишь пантеру? У противников пантера 2. Да это понятно, но где она сидит? Ну она может день сидеть и всех нас видеть. Выход только один, сразу по двум направлениям атаковать. Под я... А, там нет уже, Ягтиг, под Су-152, блин. Ну я думаю, Ягтиг... А нет, там Т-28. Идет, наверное. Че, я поеду вперед? Я думаю, ты сольешься. Ну поехали, все едут. Опа, погоди, стой, там. Там мясо. Куда снаряд улетел? Чё, я его не вижу, где он? Пали. Куда? Ну стой здесь, пали. А. Куда? Вы все говно. У тебя что, автосензор не стоит? Нет. Должен же ему тягаться со всеми. Что, не я говно, а они говно. Ой, нашего... Все говно, 15 фрагов, говно. Нашу ягу замочили же. Просто наугад стрельнул. А вон он где. Чё-то я, почему я его не вижу? Сейчас Хумелю будет очень больно. Я вперед. Нет. Мне срать уже. Почему я не вижу этого? Хотя 20 секунд, зачем мне на ремонт тратиться? Оп! Вот подарок судьбы. Да, картонный подарок судьбы. Коробочка красивая. Даже РЛ не так, по-моему, пропускает. 2 секунды осталось, замочил, сволочь.